Так, я всех приветствую. Сегодня на ярмарке проходил по ряду, который идет от Гипервестера магазина, и увидел вот такую шикарную картину. Дедушкин квасок, натуральный домашний хлебный квас живого брожения. Как-то я уже делал видео с Валентиной и с Мишей, да, они делают сами из натуральных продуктов. Да. Тут, кстати, еще огурчики малосольные или соленые? Малосольные. Малосольные. Валентина, можно несколько? А, кстати, вот здесь вот я смотрю, это не просто квас, что тут, изюм, да, внутри? Квас, с изюмом. Да, с изюмом и на бородинском хлебушке. Можно рассказать рецепт, поделиться рецептом, если не секрет, конечно. Ну, закваска, да. Хлебная. Хлебная. Да. Бородинский хлеб. Обязательно жарим, бородинский. Жарим в духовке мы обязательно. Угу. Ну, все как вот русский квас делается. Угу. Изюмчик, сахар и правильное брожение. А для чего изюм, не подскажешь, Валентина? Ну, для брожения. Для брожения, да. Специально. То есть, ну, это вкус дает, натуральный русский квас. Натуральный русский квас. Очень вкусный. Очень вкусный. Да, он... Цену можете озвучить? 180 рублей. 180 за бутылочку. Отлично. Давайте теперь об огурчиках поговорим. Огурчики. Аппетитно смотрятся. Да, трехдневные, малосольные. Бывают чуть покислее, пятидневные. Ну, я стараюсь всегда хорошие огурцы брать, чтобы, ну, и товар был вкусный. И да, сорт огурцов большую роль играет. А какой у вас сорт? Герман. 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 Ну, в данный момент не Герман. Это, ну, как мне сказали, Феникс, но это не Феникс. Ну, это разница, да, это... нет. Главное, что не вот эти парниковые большие, нет, вот нет, эти нет. Ужасные. Это, я смотрю по виду огурца. Если он мне нравится, я беру, чтобы он был сладенький, вкусный. Там у меня и хрен, и листья смородины, и вишенка. Листья смородины? Да. Это все дает аромат, вкус. А уксус есть там? Уксус? Нет, нет. Вот это хорошо. Уксус, он убивает вкус, он, да, я не знаю. Нет, все натурально, все сами все натурально. Делаем, да. Ну и цена огурчиков? Ну, зависит от размера. Допустим, на той неделе у меня были по 250, по 300 корнишоны маленькие. Угу. Эти по 200, по 250. Понятно. Тоже от размера. Понял, понял. Так что добро пожаловать. Только места у нас постоянного сейчас нет. Вы меняетесь, да? Да, мы меняемся, у нас места сейчас нет. Постоянного места нет, но вас можно найти. Вот Валентина и, да, Миша, запомните эти лица, позитивные, светлые, которые готовят. Еще у нас можно купить, да, вот, и огурчики. А квас, по-моему, только вы, да, продаете здесь? Больше никто не знает. Мы ведем борьбу за здоровый образ жизни, поэтому... Стараемся производить то, что приносит не вред, а здоровье, пользу. Да. И когда выпиваешь этот квас, ну, все человек, приходит в норму. Который, да. человек выпит, он поймет, что лучше купить, с бочки или купить настоящий, вот, живой, вот, квас. Успешной вам борьбы, побольше спасибо. Клиентов спасибо. И здоровья. Вам всем тоже, будьте здоровы. Спасибо большое.